Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Каратаев Игорь, проект GKMAR. Хочу поделиться с вами очень интересной и полезной для нас всех программкой. Для тех, кто работает со скриншотами, кто сохраняет картинки, а это мы делаем все. И зачастую нам бывает просто не нужно сохранять полностью, да, всю картинку. Нам нужно какой-то участок для того, чтобы показать кому-нибудь, что нам понравилось, либо что мы хотим предложить. Итак, о чем я говорю? Данная программа называется LightShot. Я уже с ней не первый месяц работаю. И она мне очень нравится. Она, вот, в данном случае у меня стоит Windows. Можно также поставить ее на Mac. Скачать для Windows. Принять. Вот она скачалась. Запускаем. Выбор русский стоит автоматически. Да? Далее. Далее. Полное. Я принимаю. Далее. И далее действие нужно сделать. Но так как у меня уже стоит программа, мы это отменяем. И все. И далее. Да. Чем же поможет вам эта программа? Можете ознакомиться на этом сайте. Итак, приступим. Как все было у меня до того, как я нашел эту программу? Приходилось делать кучу лишних движений. Да, это открывать Photoshop, либо там Paint, редактировать, резать, выделять определенный кусок картинки, который мне нужен. Смотрите, как сейчас все это стало просто с этой программой. Заходим, например, на сайт Taobao, да, с которым я часто работаю, заказывая вещи себе либо клиенту. Любую картинку понравится. Ну вот, например. Сейчас сохранить картинку отсюда невозможно, да? То есть, как бы мы ни кликали, стоит, ну, получается, никак не получится сохранить. Можно попробовать сохранить ее отсюда. Да, у нас это получилось. Но когда мы вставляем в бланк свой, в бланк заказа, она будет большая. Ну, мне большая ни к чему. Что мы можем сделать? Нажимаем клавишу Print Screen. Выделяем нужный нам участок. И далее у нас есть варианты. То есть, смотрите, либо поделиться в соцсетях, выделенной нами картинкой. Попробовать найти ее в Гугле, да, подобные картинки. Распечатать, скопировать, сохранить как. Либо выбрать цвет, да, то есть тут же мы можем указать стрелочку. Какой-то добавить свой комментарий. Что мы еще можем? Ну, рамочку там выделить, там, то есть, ну, это уже не суть, да. То есть, вот такие вот можно действия проделать и уже потом сохранить. Сохраняем. Можно имя, соответственно, выбрать свое, либо стандартное, да, то есть сохраняем на рабочий стол. Все. Картинка готова. Вот настолько это все быстро и оперативно можно делать. Если вам понравилось данное видео, если вам понравился мой обзор на эту программу, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, я буду вам очень признателен, и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо.